История Навального вписана и в историю России, нравится это Кремлю или не нравится, ее из истории России уже не выпишешь. Это не значит, что сейчас в моменте ему станет легче. Возможно, да, зная российский, а путинский режим, ему станет даже тяжелее и труднее, потому что режим начнет еще более остервенело мстить. Но вот то дело, которое Навальный пытался делать в России, та миссия, которую он перед собой ставил, и в жертву, которую он себя принес, вот она от этого награждения, разумеется, выиграет, потому что у нас есть исторический документ, у нас есть мировое признание, у нас есть история, которую сегодня знает весь мир и которая олицетворяет путинскую эпоху, так же, как сталинскую эпоху навсегда олицетворил архипелаг ГУЛАГ.